Всех приветствую. Так, пойду. Кстати, начну, ладно, сейчас скажу вот такие классные слова. Многие говорят, конечно, по многочисленным просьбам снимают этот ролик. Или там, как там, видео. Вот собака он сварил. Уже чуть уже остывает. Поварёшка у него такая. Сегодня, правда, все включено. Рыба там, мясо и капуста. Вот. Злат, ты лежишь, ты... Не-не-не. Вот. Хочу начать разговор. Сегодня немножко один раз поговорить. В сезон осенний. Потому что он... Тихо. Все. Нет, ты здесь. Еще нет, нет, ты со мной. Потому что ты с улицы сохла у меня. Вот. Хотел что сказать-то. По поводу, что вы для меня информацию доносите, по поводу, что там что-то сказали, где-то там что-то написали, там пишут, ну, то есть, говорить не важно, это понятно. В принципе, я в курсе всех дел, что я в курсе как по жизни, что это все есть. Молчи! Потом с тобой. Вот. Отпущу будет этот на Белкуне кричать, если... А ты стой пока. Куда ты одеяло? Куда собралась? Собрала она тут свадебное себе тут приданное. Вот. По поводу, что пишут люди негатив, это никому не удивительно. Есть обратная сторона канала позитивного. Если есть позитив, есть негатив. Вы ходите зачем-то на эти туалетные каналы, что-то там читаете и все такое. Зачем вы себе трепете нервы? Вам не хватает этого? Я знаю то, что... И доносите до меня то, что двухличные люди есть. Это я тоже знаю. Мы тоже их про... Потом они удивляются, что они не могут больше писать. Но дело не в этом. Что они с моими, на моем канале сюсюкаются, как говорится, все такие нежные, прилежные, а там обливаются ног до головы грязью. Это двухличные люди, их даже долбоящерами не назовешь. Следующий вопрос. Вот Танька ищет деньги. Уже какой день? Вот какой миллион она не может дней найти? Да, Татьяна Юрьевна? Не пищи. Ты... Хорошо, хоть ты еще пока не потекла. Вот, я вот ищу, вот я всю ночь искал, где вы, этот, и днем искал, вот лопата стоит, найти не могу, ну, гребаный, блин, склероз, вот закапываю миллионы, а куда закапываю, потом место забываю и не могу найти, вот это все, это не YouTube, что вы сейчас видите на экране, это не YouTube, далеко не YouTube. Ютуб — это собаки и поездки. Более-менее куда-то доехать, покормить, погулять на охоту и так далее. Вот это Ютуб. Кто считает меня миллионером, мне, конечно, очень приятно, потому что мне приятно слышать, что я миллионер. Вот. Что живу за счет подписчиков? Ну, конечно, это же правда. Вот. Ну, сами понимаете. Вот. Ну, вы сами поймите, сейчас осень, вы потерпите. Сейчас пройдет осень. До морозов. Морозы наступят. Да, мой мальчик? Вот. И все, их прибьет морозом, и они немножко успокоятся. Не разговаривай со мной. Ты хочешь ко мне прыгнуть? Иди. Ну, прыгни. Вот. Потом до весны. Весной мороз отпустит, их опять в голове у них раскачаются, шизофрения ихняя. Вот. Так что от долбоящеров никуда не деться и завистливых людей. А те, которые хотят подняться за счет канала моего, за счет моего развития, пропиарить себя, с этим мы будем разбираться в определенной форме у КРФ. Белкунь, не сдохла еще? Не? Не? А нога, ноги цел? Лапы там что? Все нормально? Все нормально?
Вот, так что не ходите, не читайте и до меня не доносите. Есть кому доносить, есть кому читать, чтобы мне информацию донести, что там что-то произошло где-то такое глобальное, что кто-то чего-то там и так. Один человек попытался, на него документы лежат с мая месяца. Сейчас вот с делами всеми вот полегче будет со временем. Я думаю, что глобальных приездов никаких не будет. Вот. И кто ее сюда принес? Собаки хулиганят. Я думаю, что займусь с ними как положено. Потому что документы все готовы на этого человека, на одного. Ну и посмотрим, что с нашим завистливым человеком делать, который хочет пропиариться за счет вас, да, и моего канала. Да, который указывает и считает мое бабло. И людей с панталогии сбивает. Наоборот, злит людей. Потому что сейчас жизнь у людей не так хороша, чтобы не у всех, чтобы эти миллионы считать. Поэтому становятся злыми, неаккуратными и так далее. А так, да, а так все в номер 6. Двери открыты. Потом до весны. Вот, так что, в принципе, занимайтесь, заводите канал, развивайте, зарабатывайте миллионы и приобретайте все вот это богатство, как если можно его, этот скворечник, назвать богатством, который стоит... Вот посмотрите, как он, люди соседние живут. Можно сказать, это конура собачья у меня. Златень, ты что там в окошко? Ага. Это ты там на кровать уже. Только застелил. Ну, а так, что еще? Кто хочет бедному миллионеру помочь? У меня пришла зеркалка с ремонта. Сегодня позвонили. Там, конечно, миллион не надо платить. Всего каких-то 22 500. Вот. Так что отзовитесь с разных туалетных каналов и помогите. Я добрый миллионер. Конечно, ничего не надо, я издеваюсь над ними. Вы ничего не подумайте, это все на позитиве. Это я злорадствую. И к этому вопросу мы приходим всегда раз-два раза в год. Я хочу до вас донести, не ходите, не трепите нервы. Вы себе трепите нервы и начинаете мне что-то писать. Вас 300 тысяч почти. Вот. А так ставьте колокольчики, фигольчики. Давайте это обсудим. Как там говорят, это Виталик Куслава, колокольчики, фигольчики. Вот. Опять издеваюсь, я никогда такое не говорил. Никогда. Так что живы будем, не помрем. Живем с улыбкой и позитивом. Сейчас осень пройдет, сейчас всем будет тяжело. На всех каналах тяжело. Так что народу много. Так что будьте благоразумны. Сейчас что такое? Это что? Так что был всех рад видеть. Это мы просто поговорили на эту тему, которой не хочется никогда возвращаться. Потому что это все всем известно. Я делаю это всегда для новых хороших людей. Потому что позитива больше, хороших людей больше. Негатив всегда был унизителен. Да, его всегда презирали. Никогда он не рос, никогда он не богател. И, то есть, не богател хорошими людьми, а не деньгами, как они сейчас подумают, сейчас скажут, о, про деньги. Вот. Общение туда-сюда. И поэтому их немного, но они есть, и они будут. И чем дальше канал растет, их будет все больше и больше. Мы будем это все выявлять и... Да не ори ты! И прекращать. Вот. Так что... Все в зависимости от ситуации, что он, кто чего наделал. А так холодно что-то после дождика стало. Вот. Сейчас корейцы должны за собаками подъехать. Мясо заказали. Вот, все, давайте всем пока. Я еле сдержу его смех. Я вам ей-богу говорю.